Шведский бренд Volvo представил концептуальный погрузчик LX03 на базе представленной еще в 2018 году игрушечной проект-модели Lego, которая станет основой для будущих разработок компании. В числе особенностей машины – электрический привод, работа в автономном режиме и отсутствие кабины. Сам производитель позиционирует машину как самообучающуюся. В основе концепции Volvo LX03 – рама ножничного типа. В задней части корпуса расположен аккумуляторный блок, который выступает в качестве противовеса для рабочего оборудования. Эксплуатационная масса концепта составляет 5 тонн, грузоподъемность – 2 тонны. Емкость батареи достигает 40 кВт-часов, время работы на одной зарядке варьируется от 4 до 8 часов. Узнавайте первыми актуальные новости сельхозтехники России и мира на нашем официальном сайте «Главпахарь».